Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы продолжаем проходить игру Darksiders. Давайте продолжим. У нас локация виселицы. О, опять эти псинки. Нарезка. Ничего нет. Там вот наверх. Сходим туда. Там хороший сундучок. Души. Такие звуки, блин. Нарезка. И что там сзади подкрадываешься? Попал под лопату. Какая тут застревание. Так, по центру, где мы с боссом какая-нибудь битва будет. Так, туда мы пока не пойдем. Пойдем прогуляемся туда. Что у нас по карте? Налево туда можно сходить. Ладно, сходим. Чё, души лишними не бывают. Нарежем кого-нибудь там. Опять собачка с этой хренью. Что-то они сюда вместе уходят. Кто не заплатил за парковку? Так, эти тоже не могу. Какая там хрень приляпана. Так. Эти значки какие-то висят здесь. Денючка. Так, ну давай сначала зайдем сюда, в магазинчик. А, логово Вульгрима. То есть, эти значки значит, что здесь Вульгрим появляется. Чуть-чуть не хватает, всего лишь 101 душу для усилителя.
когда во время добивания они все расходятся. Опять ледяная, еще кого пробьешь. Что-то там какая-то хрень непонятная. Голубая. Ну очень синяя. Чего-то как-то мало. Что, нам хватает, нет? Чуть-чуть опять не хватает, а? Приветствую. Я сейчас забываю, что тут коса есть еще. А вон там какая-то тоже хрень с приляпан к кристаллу. Что-то все откуда-то падает и падает. Небоскреб как картонная коробочка. Можно ворон убивать, за счет них здоровье восстанавливать. Птичка. По чуть-чуть дают, но все равно. Приятно. Ты убил многих моих воинов. Настоящих воинов среди них не было. Знаешь ли ты, кто заточен здесь? Есть те, кого стоит бояться даже тебе, всадник. Раньше ты был силен, но теперь ты слаб, а еще ты одинок. Разрушитель знает о том, что ты идешь. Он уже собирает против тебя свои легионы. Тогда почему ты дрожишь? Опустил ниже плинтуса. Придет пес Самуэля. Мелочь пузатая. И прямо время рубиловки бомбы делаешь. Кого снимешь там? Штаны снять не можешь. Уж говоришь. Можно бы сразу давай. Ух ты, ты как это он так? Фига он крутит. Опа! И на свои же топориком разделили. Нарезка. Да, конечно, бьет он больно. Кровь течет, как в эти статуи. Сюда! Всего-то одна горгулья из... Фиговая тюрьма. Всего-то одна.
Две уж. А кому работать, таскать все это? Война! Решил стать моим палачом? Тогда тебе нужно было прийти с братьями. Не тебя я хочу убить, Самаэль. Значит, разрушителя. Тебя он не по зубам. Да и мне тоже. Тюрьма сделала из тебя труса. Да. Ткани их точно не свежие. Может, способ и есть. Но тебе придется попасть внутрь цитадели Разрушителя. Башню стерегут четверо его приближенных. Принеси мне их сердца и не задавай вопросов о том, почему я решил тебе помочь. Где же найти этих сторожей? Начнем с Сумрачного Собора, где свила себе гнездо Тиамат, королева всех летучих мышей. Все ее владения, безгарное пекло. Фига себе летучие мышки. Пешком ты туда не доберешься. Найди возвышенность и используй это. Крылышки дали. Принеси мне еще бьющееся сердце. И свалил. Так. Полет среди теней. Угу, надежность пробил. Ну, все ясно. Угу. Здоровье надо пополнять. О, откуда там эти делись? Собачка взялась тут. Так хочет атаковать и отходит. 988 душ. Даже на Ульгрима не хватает. Ну ладно. Привет. Ах ты засранец. О, души дали. Промазал. Да, оставалось, конечно, мало здоровья. Интересно, туда вернуться хватит? Угу. Пойдем к раскулерам зайдем. Так сказать, закупимся. А ворон будете пострелять. Так, оружейник. Мудрость равна твоей силе. Тебя на части, наверное, ты ему понравился. Так, зайдем в меню. Так. Так. Вот. Привязали. Информация. Ну, вот вообще зашибись.
Даже внешний вид меча изменился. О, глаза засветились у черепков там. Плюс он какой-то пеленой покрыт, что ли, теперь. Ну ладно, тебе надо здоровье все пополнить. У тебя у меня сфера есть? Но долго полетать тоже не получается, конечно. Сброс! А, даже добивать не приходится уже убивать. Реально больше урон стал. Деревья тут вниз растущие. Даже не успел добить. Ну реально, больше урона. Такой паркур, блин, по стенкам лазить, чтобы не вылазило. А, по потолку. Камеру еще надо крутить так. Конкер, собачки. Лететь, благо, хватает. Душливый удел какой-то. Так. О, летучая мышь какая-то. Чпок. Если летучих мышей вот такими там убивать, то есть в прыжке там, или когда она низкая, Е зажимать, прыгать, если на удар убиваются они, они даже в принципе просто мечом убиваются, то здоровье можно установить. А их здесь, наверное, много, этих мышек. О, пойдем сюда сходим, посмотрим, что у нас здесь есть. Вот, блин, зараза. Места для лавирования мало. Почти лазер, блин. Ну, черепок они зарядили. Это еще артефакт. Как раз 500 сразу. Хорошая штука. Так, пойдем по левому краю. Эй, че еще за черепок переросток? Тоже какие-то дохляки. Застрелся, чувак. Я ж могу.
понятно. О! Иди сюда. Давай там за деревом прятаться. Отдай мне свою жизнь. Чувак, на запчасти. Души, души, души. Хочешь сказать, я ваш, по вашей душе. О, опять ты. Спасибо за душонки. Все было очень вкусно. Так, вот он сундучок. О, как обычно. Всякая шушера проснулась. Так, что он с... Надо ворону было оставить. Там тоже что-то. Что у нас здесь? Какая-то пропасть. Что у нас тут еще осталось? Ну, ребят, как-то уж неинтересно, что-то с мало. Никто не мешает, спокойненько летаешь, добиваешь. Ну, приземляешься и просто всех режешь. Какие-то скелетики перекачанные. Собрать ваши тоже здесь. Спокойненько. Опа. И вниз. Дальше добивать. Такой, опа, как пощечина. Чпок. И все. Вандал, блин, кладбище разоряет. Да как ты посмел? Какой-то.
задел. Да, что за сундук? С куском сферы. Честно, откуда он появился тут просто так? Так, на грубе надо доломать. Души, души, души. Где же ваши души? Приготовьте паспорта. Чё-то там так рычит. Вроде все здесь вниз. Так. Какие-то непонятные здесь объекты. Пощечину с левой. Опа-на! Чё это такое? Какой-то подиум или алтарь. Мы сквозь него проходим. Если не приглядываться, в принципе, так не заметишь, да? Чё у нас здесь ещё есть? О, сундучок какой-то с душами. Душки, душки, душки. Чувак, лежи, лежи, не вставай. Так. Что у нас тут еще есть? Мелочь какая-то. Души даже не берешь. Да, мало края хоть какой-то слэш был. А здесь что-то как-то их мало. Тоже как во всех слэшерах приходится все окружение ломать, чтобы души получить. О, еще такой же. Так, здесь вроде все. Пойдем пройдемся туда. Тачку забыли где-то. Так, что у нас там? О, и ты здесь. Я же говорю, где тут прячется? Да никак не забраться. Вон там какой-то сундук. Сундук. Да, сундук. О, ворота. Ну-ка. Я пришел за разрушителем. Братья говорили, что ты придешь, но меня удерживает сильное проклятие. Я не смогу тебе помочь.
Любое проклятие можно снять. Да, наверное. Вокруг нас в мире теней скрываются слуги разрушителя, невидимые другим. Это их кровью мы связаны. Их кровь освободит нас. Я более не могу ходить по миру теней. Я лишен большей части своей силы. Тебе не надо вступать в него. Я дам тебе власть видеть тот проклятый мир на время. Но ради чего все это? Осталась ли у нас хоть малая надежда одолеть разрушителя? Надежда не принесет тебе свободу. Это вот тоже дыхание не свежее. Найди, где прячутся эти существа из тени, и убей их. Не так уж сложно их найти. О. Вот эти алтари-то были, получается. Зайдем в гости. Так, что здесь? Какая-то арена, что ли, типа? Это то существо надо, типа, убить, что ли? Ничего. Воздушный бой. Подобных тебе, это не проблема. А, то есть надо убивать их именно в воздухе. Ну ладно, сейчас все покромсаем. Они же не кончают, надеюсь. Пятерых в воздухе убить. Я думал, что посложнее будет. Уже 1000 душ опять накопилось. Надо посмотреть, что можно будет купить. Вот это мне понравилось. Можешь повторить? Так, здоровается. Жалко, что они тоже душ не дают. Так, один готов. Их 4 получается. И так дольше получается. Он стоит больше после уклона. Сейчас здесь у нас заглянем. Такая же арена, что ли? Какие-то куча трупаков. Опять очередной глазик. Шоколадный глазик. И что тут делать надо? Бит на скорость 30-40 врагов. Фигня. Тем более, если такая шушера, что и он собрал в кучу и вали. Давайте, ребята, собирайтесь в кучку, чтобы вас быстрее перебить. Уже 6 завалил с ним. Так вот, в конце каждого будет задавать сундуки на здоровье. А если речь будет хватит, ну ладно. Гарантия. Субтитры сделал DimaTorzok.
что, и все, что ли? А еще? Давайте послушаем порубимся. Своих, а пофиг у всех. Что, все? Come here. Не особо напрягает. Вот это мне понравилось! Можешь повторить? Че, его заклинило, что ли? Я забыл, что у меня способность есть какая-то. Так, еще одним закрыли. Так, где там еще? О! Ока Сарумана, блин. Давайте оттуда начнем, чтобы ближе было идти. Посмотрим, что у нас здесь есть. О. Что можно предложить? Здесь все дорогое. Дорогое, дорогое. Встаю демона. Смерти. На гарпун, пила. А, он еще продать можно. Того почти 2000. Ничего купить нельзя. Ну ладно, давайте качнем с чего-нибудь. Армитюр какой-то. Левый shift, S и удар, комбо смерть. Давайте купим пилу, комбо смерч. Пауза. Чем что скромный торговец вам? О, пила теперь уже такая стала, ну ладно, зашибись. О! Прикольно. Да, толпы нашинковать сойдет. Давайте зайдем сюда. Посмотрим, что у нас здесь. Что нам здесь предложат? Ну, это можно было бы пропустить. Что нужно сделать? Убить 5 года, как болезнь прикончит войну. Какая болезнь? Куча зомбаков. За зеленый туман типа яд, что ли, что-нибудь? Ну идите сюда, ребята. А, просто то есть набивать. А, тут сундучки здесь еще со здоровьем есть. Это вообще хорошо. Все. Грубо говоря, просто убивание. Всякая фигня, короче, кисть просто убивать.
даже сейчас черепа не потратил, уже набили 30. Будут все уже что ли что-то даже особо сильно плевать вообще. Что у нас осталось тут еще? Ребят, вы за этим не подкрадывайтесь. Так, еще осталось сколько? 8. Ты что, большие что ли? Что? Ух ты! Так, надо разгонять сундучком. Даже времени нет, не знаю, то есть. Добивание. Даже так еще камера приближается. Интерфейс убирается. Разборы ставим себе. Это по вашей душе, ребята. Я знал, что в тебе есть нечто этакое. Само собой, всадник апокалипсиса. Так. Здесь на ноги. Тут можно шиковать прям. Чего оставлять? Заберем все. Так, у нас остался, получается, еще один портал. Последний. Чем дальше, тем сложнее. Сколько у нас там клинок? Почти еще второй уровень апнул уже. Косу практически не используем, блин. Эти фигурины активировались теперь. Ледяного ветерка с одного удара, то есть летучих мышей, грубо говоря, валить. Можно вот так попрыгать по мышкам, даже не пускаясь на землю.
Так, теперь этих. А, то есть на удар вот так засчитывается. Значит, будем так бить. Чтобы не мешались сразу. Сюда. Я подошел. Опа, здесь эта верзила еще вылезла. Ну ладно, пока мышками перекусим. Так, одного сначала добить надо хотя бы, то проблем будет много. Так, один готов. Здоровье. Последнего. И они сами умирают. Так, где ты там? Последний демон наш, блин. Блокирующий контрудар. Давайте ему. Я знал, что в тебе есть нечто этакое. Да, не особо напрягает, конечно. Так. Все, последний портал. Пойдем к этим воротам. Кажется, это последний. Надо выбираться отсюда. Как он говорит, когда у него рта нет? Пустошителю. Жечь предметы. Так, посмотрим, что у нас. Так, опустошитель. В кассу давайте его как раз. Начинаем получать душ мешать. О, то есть вот так вот. Можно все крушить, получать души. Много уже игру прошли, а уже как усилились.
какая-то канализация, что ли. Что у нас по карте? Красота у нас вообще не качается, получается. Ладно, погнали. Что у нас тут? О, летучая мышка. Да спустись-то пониже, ё-моё. Эту я не пробью все равно. Так. Так, все зачистили. Что у нас тут дальше? Барьер. Чуваки, да вы уже надоели. Мега-комбо закрутил, блин. Нарезка, сколько что там мяса. Все. Пойдем дальше. Души, души, души. Так, разбита лестница, новая локация. Ну, я думаю, на этом мы закончим. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки, оставляем комментарии, ждем продолжения. Всем удачи и пока.